Всем доброго дня, это Гелиосар и география 5-6 классы просто на пальцах. Подведем итоги. Изучение Земли в древности шло по двум направлениям – открытие новых земель и накопление знаний о законах природы. На этой основе была создана география – наука о Земле. Эпоха великих географических открытий явилась переломным моментом в истории человечества. Была подтверждена шарообразность Земли, были открыты новые материки и острова. География стала одной из важнейших наук. К концу 18-го, начало 19 века развитие науки и техники позволило осуществлять экспедиции в труднодоступные районы Земли, проводить исследования в полярных областях и в глубинах океанов. География из описательной науки превратилась в науку, которая изучает закономерности развития природы и ее взаимодействия с человеческим обществом. Как вы думаете, зачем нужно изучать территории, где нет постоянного населения и люди не ведут хозяйство, например, Антарктиду или пустыни Африки и Центральной Азии? Ну, во-первых, нужно знать, что вообще там есть, потому что, возможно, там есть какие-то очень полезные ископаемые. Если они там есть, то люди там очень быстро появятся. Потому что, например, есть в Средней Азии такое месторождение Мурунтау. Там сначала никого не было, потом там нашли много-много золота, и люди там тут же появились, теперь там целый город. Вот такой вот интересный момент. Потом нужно знать, как там, что, собственно говоря, происходит, и как происходящее там влияет на климат в окружающих районах и глобально влияет на климат по всей планете. Например, вот Арктика и Антарктида, они влияют на климат всей планеты. Как вы думаете, какие вопросы будет решать география в следующем веке? Примерно те же, что решает и сейчас. Четкое понимание того, что происходит на нашей планете и почему оно происходит. Будет изучаться уже самые глубины океанов и всей нашей планеты. Какие последствия имели великие географические открытия для жителей Европы? В основном положительные. Были решены проблемы европейского перенаселения. Все недовольные могли спокойно уехать в новый свет и осваивать земли там, что и было сделано. В Европу уже хлынуло огромное количество денег, различных ресурсов, каких-то новых сельскохозяйственных культур и так далее. В чем проявилось их отрицательное значение? Ну, в том, что, наверное, денег стало слишком много. Каковы результаты этой эпохи? Какие результаты этой эпохи ощущают на себе наши современники в разных регионах мира? О, какой оригинальный вопрос. Ну, наверное, то, что у нас существуют целые страны, которые там присутствуют, и то, что в этих странах население, оно не местное, а исключительно те, кто туда переехал из Европы. Вот что можно по этому поводу сказать.